Итак, ребятки, всем приветики, с вами Роман, видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Пишите побольше комментариев, конкурс все как всегда, два человека получают по 20 центов на PR кошелечек, конкурс либо рандомный, либо выбираем самых активных. Продолжаем, значит, зарабатывать в проекте Pump Beats. Я сейчас поговорю о проекте Pump Beats, и многие люди спрашивают, не поздно ли сюда заходить. Ребят, сразу скажу мое мнение, что проект только начал работу, поэтому сейчас самое время заходить, конечно же, нет. Потому что не забывайте, что это проект не русский, это проект от зарубежной администрации, здесь преимущественно зарубежные инвестора, хитранов там поменьше, проекты работают гораздо дольше, поэтому не путайте никогда с русскими проектами. Если бы это был бы проект с русскоязычной аудиторией, то там все гораздо хуже, там некоторые проекты даже не доживают до безубытка. Вот, то есть вы вложили, может проект закрыться даже до того, как вы начали получать профит, вот. Поэтому там, конечно же, вкладывать туда более опасно. А здесь все гораздо лучше, поэтому эти проекты живут дольше. Я решил, так сказать, больше участвовать в проектах от иностранной администрации. Нажимаем «Withdraw funds», нажимаем «Перевести на русский», кому непонятно. Кстати, в каждом видосе говорю, некоторые думают, что какие-то сложности здесь есть при регистрации, при пополнении. Есть у каждого браузер Chrome, просто нажали «Перевести» и все. Также тут ничего сложного нет, чисто даже интуитивно. Тот, кто не знает английский, ну, я думаю, что ничего сложного здесь нет. Не нужно обладать такими уже знаниями, чтобы перевести там несколько слов. Нажимаем Payment System, нажимаем Pay. Нажимаем Withdraw. Если на русский перевести, это будет изымать. Вот, нажимаем Withdraw. Please wait. Batch ID. Транзакция успешно выполнена. Я даже думаю сюда, наверное, еще докинуть. Вот, как видите, пришло 1.93 с небольшой комиссией, и я думаю, нужно сюда еще докинуть, сколько сюда инвестировать. Я уже вывел $3, проект только начал свою работу, поэтому я думаю, что... Но, опять-таки, я это никому насильно не заставляю. Рассказываю только, где я зарабатываю. Это чисто мое мнение. Как по мне, проект очень хороший, активно развивается, поэтому сюда можно докинуть еще 10 баксов. Нажимаем «Proceed». Я хочу сюда еще докинуть, потому что скажете, ты как бы советуешь все, а сам не инвестируешь. Конечно же, я сам чисто инвестор, и теперь я буду зарабатывать здесь очень неплохие денежки. Нажимаем мастер-кей свой, вводим, подтверждаем, и теперь у меня активных депозитов по 20 баксов, по $5 я буду выводить. Вывел с проекта я уже, как видите, почти $4. Давайте посмотрим статистику нашу, как она здесь у нас отображается. Статистика, как видите, здесь не накрученная, здесь люди присоединяются. Давайте посмотрим, как это все здесь происходит. Ну, как видите, вот здесь последние депозиты. Давайте нажмем последние выплаты. И кто здесь что выводит. Вот кто-то вывел доллар, кто-то 10 центов, кто-то $1.70, кто-то $1.80, кто-то $3 вот выводит. Как видите, здесь люди инвестируют крупненькие суммы и выводят, соответственно, тоже неплохие суммы денег. Пятиуровневая реферальная программа, можете также приглашать сюда через серфинг, где-то там размещаете проект, всем пишите, в разные чаты можете кидать, можете также заработать и без вложений. В общем, есть разные спам-чаты, где разрешают спамить и зарабатывать хорошие денежки. Как по мне, проект отличный, вот. Он только начал свою работу, потому что в русских проектах мы, как видим, куда не зайдем, там скам. Куда не зайдем, там 2 дня работы, даже не дают выйти до безубытка. Поэтому решили попробовать себя зарубежных админов. Видим, что работа отличная. Мы здесь зарабатываем. Вот. Те, кто зашли со старта, можно сказать, уже больше половины вывели свои прибыли. Вот, уже в БУ выйдут уже через пару деньков. Вот, поэтому работа, видим, отличная. Так, Андрей Емельянов получает 20 центов и Артем. На этом, ребятки, мы с вами прощаемся. Желаю удачи в заработках, не забывайте о рисках и до новых встреч.